Привет, друзья, с вами Варчик. Ну и конечно же вы ждали видео про Новый год. Где же еще можно узнать про Новый год в игре World of Tanks в нашей любимой картошке, кроме как здесь? Вообще же нигде нет никаких новостей. На сайт же вы не заходите, видосики на YouTube канале от картошки вы не смотрите. Правильно, надо их смотреть здесь. И я вам расскажу, что нас ждет. Нас ждет новогодний ангар, в котором будут всякие там елочки, ангарчики, всякие украшенницы, 10 уровней новогодней атмосферы, новый годный коллайдер 2.0, в котором мы будем ломать игрушки, ну и в целом награды за каждый уровень атмосферы. Мы будем выполнять какие-то там небольшие заданица, за которые получать награды и украшать наш ангар. За украшения мы будем повышать уровень атмосферы. За каждый уровень будет своя награда. Там всякие резервики, новогодние телочки в экипаже. У них будет нулевое боевое братство. И первый перк можно будет прокачать, там будет хватать опыта экипажа. Также еще можно будет выбрать в наградах скидку на танк, который мы хотим купить. Даже тот, который мы еще не выкачали, потом выкачаем и сможем его купить со скидкой. Ограничений по времени там якобы вроде как нет. Поэтому можете выбрать любой танк, который планируете выкачать фиг знает когда, и потом когда-нибудь его со скидкой и купите. Также еще опять снова будет 4 коллекции игрушек. И за каждую коллекцию вы будете получать свои бонусы. Собрав полностью коллекцию, получите новогодний стиль, который сможете налепить на любой танк. Коллекции Нового года дают бонусы к кредитам. Волшебный Новый год к свободному опыту, Восточный Новый год опыт на танк, Рождество опыт экипажа. В принципе, можно будет в этом новом году и пофармить, и покачаться. Для тех, кто повысит атмосферу до 10 уровня, откроется возможность также дособирать коллекцию прошлого года, за которые опять же можно будет получить новогодние стили прошлого года, которые, на мой взгляд, в миллион раз красивее, чем в этом году. Камуфляжи в этом новом году, честно говоря, мне не понравились. Внешний вид у них какой-то не очень. Как будто бы просто какую-то картинку растянули на танк и все. А вот в прошлом году смотрелись как-то поярче. Но это на мой вкус. Пишите в комментариях, как вам. Какие камуфляжи нравятся больше. Старые или новые. Ну и так. Устал я от этой всей инфы, уже перезаписываю 500 миллионный раз этот видос. Давайте приступим к коробкам. Разработчики нам сообщают, что если вы, короче, устали всю эту фигнюшечку собирать, просто берете свои денежки, кидаете в монитор. Витя достает с монитора большую-большую коробку, и только большую, ни в коем разе не маленькую. Не знаю, почему написано большая. Написали большая, значит большая. Может быть, их будет много, и чем меньше коробка, тем, наверное, содержание будет меньше. Берем, покупаем большую коробку. Опять же, я не знаю, сколько она будет стоить, 13 декабря увидим. Покупаем ее, и в ней гарантированно получаем игрушку, точнее украшение 5 уровня для ангара, и еще одно случайное украшение от 1 до 5 уровня и 250 голды. В большой коробке вы получите по-любому 3 вещи, 100%. А вот дальше уже как повезет. Дальше вам может повезти, что голды будет больше. Не 250, а 500 или 1000. Вам может выпасть еще дни према 1, 3 или 7. Кредиты от 100 тысяч до 500 тысяч. Ну и еще у вас может быть награда следующая. Конечно же, премтанки, точно так же, как в прошлом году. Куда же без премтанков? И снова мы будем покупать сотнями эти коробки, если мы, конечно же, богаты и можем себе это позволить. Мы накупим столько коробок, что просто устанем их открывать. Что же нам может выпасть? Левша, укротитель раков низкого левела, М4 Improved, танк, про который я ничего не знаю, КВ-222, тоже какая-то колесница богов советская. Тюран 3 прототипус. Я на нем нагибал миллион лет назад. 5 левела.
Конечно, танк не ездит, брони у него нет, но пушка есть. Возможно, этого уже и недостаточно для рандома. Я не знаю. Не катаю 5 левела. Объект 252У. Защитник. Куда же без него? Везде всунем защитник. И активность покупания сразу возвысится в миллион раз. Потому что это танк, который любят все, кроме меня. Вот так вот, неожиданно. Не люблю я танки с кривой пушкой, все. Но танк бронированный, да. Пушка кривая, да. Пробитие альфа есть, танк офигенный. Я его не люблю. Ну не люблю кривые пушки, мне рандома и так хватает. А здесь стрельба полностью рандомная, ну не мое, не хочу. И следующий танк, который мы никогда в жизни не будем продавать, ну никогда. Е25. Е25 на угодных коробках, серьезно. Алло, народ, Е25. Вы уже продали свою почку, глаз, пальчик, ручку, нос, рот, ногу. Е25, который можно было получить за марафон, который можно было купить миллион лет назад, который вывели из продажи и сказали, мы никогда не будем его продавать. За это можно было бы получить и фуру дизлайков, но нет. Они не получили. Они получили фуру лайков. Так сильно танкисты любят Новый год в коробках. В рандомных коробках. И следующий танк, который может выпасть, а может и не выпасть. Обновленный. Для сверхтанкистов написано даже отдельно белым словом на сайте здесь. Обновленный ИС-3 СМЗ. Всунули ему итальянский барабан задом наперед. Улучшили сведения. И все. В Новый год. Недавно здесь на канале видео было, и оно называется «Как получить ИС-3 СМЗ». А вы мне такие, целый один человек пишет в комментарии, а что это за хайповое название? Оно не хайповое, оно четкое. Видишь, вот, ИС-3 СМЗ. Я что, обманывать буду? Я на кофейной гуще с 3 лет гадаю, алло. И последний прем-танк, который будет попадаться в коробке, если вы везучий. Rain Metal Scorpion G. Это, наверное, самый популярный или один из самых популярных премтанков 8 уровня, потому что ему все равно, куда он попал. Вниз списка или к десяткам, а восьмерки сейчас почти всегда играют с десятками, поэтому ему все равно, потому что у него большой, точный, пробивающий дрейн на 490 альфы, быстро ездит, меняет позиции, стреляет сдалека. И все, ему вообще все равно, что против 6-х левелов надо играть с его и бахать по 500, что против десяток то же самое. Ну и это еще не все, на сайте тут пишут большими буквами, для меня прям старались, чтобы я увидел со своим зрением минус 600, что это еще не все. Здесь у нас еще есть 3D кастомизации для танков 10 уровня, и 7 гриль, батчат и Т-57 хэви. Конечно же, я пойду донатить, ведь я так сильно люблю играть на десятках, что буду играть на них еще больше, когда получу эти стили 3D, которые дают маскировку и красивый внешний вид. Но опять же, а если мне они не выпадут? Сколько мне надо будет купить коробок, я не знаю. Конечно, было бы много денег, я бы купил много коробок и сказал вам, сколько я чего получил, но... Может быть, в этом году нарушится традиция купить коробок и сделать для вас видос по коробкам. А может и нет, посмотрим. 3D кастомизация для десяток очень красивая вышла. Каждая моделька мне очень сильно нравится, но играть на десятках я от этого сильнее не захочу. Но выглядят они просто бомбезно. В целом, внешний вид этого нового года мне очень сильно нравится. Единственное, что камуфляжи какие-то, фу, они некрасивые. А так, в целом, ангары, там всякие коллайдеры, шмалайдеры, 3D кастомизация, очень все красиво. Дизайнеры, художники постарались очень хорошо. Что-что, а внешний вид в картошке делать умеют. Содержание не всегда, но обвертку всегда. Пишите, как вам этот Новый год. 13 декабря оно начнется. Это совсем скоро. Посмотрим, что оно к чему. С
С вами был Варчик, играйте красиво, пока.